В 2014 году в городе и сельских населенных пунктах проводили большую работу по исполнению так называемого детского закона 1539. Ежедневно в рейдовых мероприятиях участвовало более 50 человек. Всего с начала года в Анапе было сформировано 4259 рейдовых групп, участники которых выявили 405 несовершеннолетних, находящихся после 22 часов на улице без сопровождения взрослых. По месту жительства проверили 1543 проблемных подростка. Большой вклад в эту серьезную работу внесли члены родительского и молодежного патрулей, добровольная народная дружина и казачество. На совещании объявили победителей ежегодного смотра конкурса добровольных народных дружин. На третьем месте местное отделение ДОСАВ, на втором – дружинники пансионата «Урал». Лидером стала дружина Анапского городского казачьего общества. Призерам вручили дипломы и денежные премии. Также премиями наградили и лучших дружинников, среди которых сотрудники курортных здравниц и коммунальных предприятий. Хочу всех поблагодарить за ту работу, которую вы проводите. Я считаю, что мы на этом останавливаться не должны. И очень отрадно, что среди народных дружин, членов народных дружин, есть еще даже женщины. Поэтому это тоже, как бы, я считаю, заслуживает глубокого нашего уважения. В завершении заседания штаба заместитель главы Олег Костенко выразил надежду, что в следующем году успешная работа дружинников даст еще более плодотворные результаты.